программа «День с толком», в студии Евгения Доровская. Здравствуйте. Отставка мэра Барнаула. Спасибо хотя бы за то, что ничего совсем страшного не произошло. Что думают об уходе Сергея Дугина политологи и простые жители? Сам себе хозяин. Я однажды вечером шел и чуть не убился нахрен об эти столбы. Можно ли ставить самовольное ограждение во дворах? Отставку главы города Сергея Дугина рассмотрят депутаты Барнаульской городской думы на очередном заседании сессии думы 30 августа. Напомним, градоначальник сегодня официально сообщил о своем увольнении по собственному желанию. Дугин написал заявление и пояснил, что вопрос об отставке неоднократно обсуждался с губернатором края Виктором Томенко. Ну а мы решили выяснить, что об этом решении думают барнаульские политологи. Хотя много сейчас говорится на каналах и так далее, там на информагентствах, что в Барнауле много было сделано там, в период как бы, руководства, мэрства Сергея Ивановича Дугина, но, тем не менее, было и очень много проблемных вопросов. Вот, начиная от нежелания мэра общаться с горожанами, и мы достаточно помним много и проблем с парками, и проблем с массовой вырубкой деревьев, и проблема с застройкой, и проблема даже вот то, что как бы говорится, там построение там, набережной и прочих, на самом деле там очень много вопросов, которые существуют до сих пор. Конфликт краевой, прежде всего, власти и ключевых муниципалитетов, в том числе с уровнем столицы регионов, это, скажем так, перманентная ситуация для большинства субъектов. Персональные здесь перестановки говорят чаще всего о том, что просто есть стремление повысить, скажем так, согласованность управления, контроль над ситуацией, в том числе и над ресурсами города. Там много политики, и, к сожалению, в целом все это вот такие подковерные какие-то игры, снятия, посадки, разборки и так далее. Мы не знаем реальную подоплеку многого всего из этого. Внешне так, ну он пытался, скажем так, выполнить роль такого технического мэра. И, ну, спасибо хотя бы за то, что ничего совсем страшного не произошло. Вот, скажем так, спасибо все равно за работу, надо сказать, я думаю. А Сергею Шубенкову хотят помочь сохранить легкую атлетику в манеже Барнаульского технического университета. Сделать это намерена Всероссийская федерация легкой атлетики. Президент федерации Дмитрий Шляхтин сообщил информагентству ТАСС, что приложит усилия, чтобы единственный в Алтайском крае Барнаульский манеж даже после своей реконструкции оставался легкоатлетическим. Напомним, накануне на встрече в Министерстве спорта нашего известного легкоатлета Сергея Шубенкова, его тренера Сергея Клевцова с ректором технического университета Андреем Марковым, стороны не пришли к согласию. Руководство вуза настаивает на перепрофилировании манежа и размещении там площадок для игровых видов спорта, с учетом того, что на ремонт пришли федеральные деньги. Клевцов и Шубенков, в свою очередь, уверены, что после перепрофилирования спортивного объекта на легкой атлетике в регионе можно будет ставить крест. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что находится на постоянной связи с Шубенковым и Клевцовым. Не исключено, что обсуждение этого вопроса будет поднято на уровень министра спорта России. Между тем, накануне Сергей Клевцов объявил, что для решения вопроса намерен обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Ну а мы продолжаем. Самовольные парковки во дворах – это тема, которая волнует многих. Пока одни вкапывают колья и натягивают тросы, другие запинаются, получают травмы или даже переломы. Один из таких случаев произошел недавно. Жертвой парковки стала маленькая девочка. Моя коллега Валентина Аскерова прокатилась по улицам и дворам краевой столицы, посмотрела, какие районы больше всего увешаны цепями и насколько такие конструкции законны. Валя, здравствуй. Привет, Жень. Ты посмотрела, вот в каких районах больше всего эта проблема актуальна, на твой взгляд? Это спальная или старая часть города? Больше всего эта проблема актуальна для всего города. Такие украшения мы заметили на улице Малахова, Попова. В общем, сейчас я вам все расскажу. Маленькая девочка играла во дворе, запнулась о парковочный трос и сломала руку. Инцидент произошел на улице Попова меньше недели назад. Ребенок вынужден забыть про веселье и провести остаток лета в гипсе. Вот как комментирует случившееся мама пострадавшей. Бегаешь, веселишься, играешь с друзьями, а любители ограждать место парковки незаметными цепями и веревками не думают о том, что эти самые ограждения невидимы на фоне асфальта, чем и приводят к таким травмам. И от подобных самовольных парковок страдают не только дети, но и взрослые. Особенно опасны такие минные поля в темное время суток. Я однажды вечером шел и чуть не убился нахрен об эти столбы. Честно говоря, испугался даже.
То есть вы запнулись и просто не видели? Конечно, темно было. И вот об этот шнурок запнулся. Хорошо, что не об столбик стукнулся. Просто упал и все. А, да и вообще, кто им разрешил, это земля общая. Блин, подъедешь у нас, вот я по работе даже езжу. Подъедешь, там вылетает какой-нибудь человек, кричит, орет, это мое место. Как твое место? Я говорю, купил ты его или что? В интернете гуляет масса роликов, где водители бьются за козырные места во дворе. Вот, например, две барнаульские автоледи подрались из-за парковки, так как мест под машину в их дворе очень мало. Их мало и в соседних, это при том, что почти в каждой семье есть автомобиль. Кстати, застолбить себе место во дворе можно, если большинство жильцов поддержит водителя на общем собрании. Во всех остальных случаях автовладелец нарушает закон. За это предусмотрена административная ответственность. Также административная ответственность предусмотрена за нарушение полотна, дорожного полотна, если установлено, например, ограждение какое-либо. И в том и в другом случае штраф составляет до 10 тысяч рублей. Но в определенных случаях возможна уголовная ответственность – это самоуправство, а там уже арест на срок до полугода. Сергей Веселых также пояснил, что пожаловаться на самовольных парковщиков можно в городскую жилинспекцию и в свою управляющую компанию. Они проведут проверку и решат, как именно наказать водителя. Слушай, Валь, я вот слушаю это все, но у меня такой вопрос. Ну а если я сама возьму лопату, если мне надоело это все и выкопаю, какие-то предусмотрены санкции, меня накажут? Это, конечно, нехороший поступок, да, некрасивый, но никакой меры ответственности законом не предусмотрено. Спасибо, Валентина, что присоединилась к нам в студию. Ну, а мы продолжаем. Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России. Такой законопроект предложил Комитет Госдумы по промышленности. При этом пока даже сами депутаты не знают, по каким критериям будет определяться предельный возраст эксплуатации машин. Моя коллега Полина Жданова решила узнать, готовы ли барнаульцы добровольно утилизировать свои старые авто, если закон все же будет принят. На предложение утилизировать старые «Жигули» и купить новый автомобиль Тимур ответил категоричным «нет». Эту машину он приобрел всего год назад, специально искал советскую, надежную. Вложил в восстановление покрытия и заводские запчасти больше 50 тысяч рублей. Закон об утилизации таких авто Тимур не одобряет и считает, что его «Жигули» прослужат дольше, чем любая новая иномарка. По техническим характеристикам, если брать бюджетный автомобиль, он уступает, я считаю, на процентов 30, не считая комфорта. По поводу, я могу сказать, запчастей и самого металла. Эти новые автомобили отъездят 3 года, и в них надо что-то вкладывать. А этот автомобиль, если за ним смотреть и вовремя все менять, он еще 30 лет отъездит. Я уверен в этом на 100%. Новая идея Комитета промышленности России уже вызвала шквал негатива в соцсетях. Депутаты предлагают определить срок годности автомобилей, но какие критерии для этого нужны, не ясно. Причем даже автомеханики говорят, что у машин нет определенного срока износа. Все зависит только от ее владельца и от тех материалов, из которых машина изготовлена. То есть почему, например, какие-то новые автомобили определенных марках, у них ржавчина появляется быстрее? Хотя, например, взять автомобиль 89-96 года выпуска, если не был бит, ничего такого, то там и лакокрасочное покрытие еще заводское даже имеется. По данным ГИБДД, российский автопарк практически наполовину состоит из автомобилей старше 10 и 15 лет. Если эту цифру посчитают приемлемой для окончания срока эксплуатации, больше половины страны останутся без машин. При этом пока непонятно, к кому точно применяется этот закон. Только к коммерческим автобусам или грузовикам, или под него попадает и личный транспорт. Кстати, похожие ограничения уже вступят в силу в 2020 году. На автобусах сроком эксплуатации старше 10 лет нельзя будет перевозить группы детей. Идея законопроекта вызывает больше вопросов, чем ответов. Кто будет решать, какие автомобили утилизировать и будет ли компенсация тем, чьи машины заберут? Либо они будут покупать новые авто за свой счет? На самом деле и организаторы этой идеи не знают ответы на эти вопросы. Но судя по реакции тех, у кого есть старые автомобили, добровольно своих ласточек отдавать никто не собирается. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Волонтеры из приюта для животных Бусинка даже в шутку придумали ему кличку Гудроша. Напомню, 2 дня назад в сети появилось фото спасения собаки из лужи с гудроном. По словам очевидцев, пес жалобно скулил, только этим и смог привлечь внимание людей. Прибывшие спасатели вытянули собаку, а волонтеры из приюта всю ночь отмывали животное от гудрона. Спустя 2 дня с пса все еще состригают клочки с дегтем. По состоянию здоровья пока вызывают опасения глаза, потому что у него гудрон был. Ну и также в ушах.
проявляет. Но в целом собаки значительно лучше. Пес уже не в таком тяжелом состоянии, но все еще получает лечение. Волонтеры сообщают, это мальчик, ему около 3 лет. В приюте его уже называют Гудрошей. Мои коллеги навестили собаку, поговорили о его состоянии и узнали, что еще требуется для пса. Об этом расскажем завтра. Мусорная реформа продолжает заходить в новые села. Деревня Клочки Ребрихинского района в этом смысле одна из показательных. Там сразу отказались от бестарного способа вывоза мусора и установили контейнеры. А емкости, кстати, создает сам местный подрядчик рекоператора. Анастасия Драган продолжит. В Ребрихе подрядчик барнаульского рекоператора контейнеры варит сам. Уже почти 40 штук. Так в компании решили сразу две проблемы. Во-первых, денег на их покупку нет, в тариф не заложено. А во-вторых, контейнерный сбор полностью меняет экономику всего процесса вывоза мусора. И в отличие от бестарного, он удобнее для всех. Допустим, начинается в 8:30 уже машина, вот она подошла к одному дому, в 8:40 уже к другому. Ну, это же ведь очень сложно организовать, правильно? И машина не вечна, и дороги. У нас это деревня. Контейнер подразумевает, в любое время жители вынесли мусор. У нас есть свобода забрать. Себестоимость контейнера 11,5 тысяч. Чуть дешевле, чем на рынке. Сушков признается, что развивает производство за счет другого бизнеса. Эта контейнерная площадка в Ребрихе единственная образцово-показательная. Бетонные плиты, бортики, казалось бы, ничего необычного, но 40 тысяч рублей. И опять же, за счет собственных средств рекоператора. По словам подрядчика, он предложил местным властям сделать такую тестовую контейнерную площадку. Судя по всему, людям нравится. Дворника здесь нет, но и мусора, как вы видите, тоже нет. Мусорная реформа в Ребрихинском сейчас действует в 6 селах района. Но пока лишь в одном – Клочках. Благодаря усилиям главы села введен контейнерный сбор. Емкости стоят каждые 200 метров. По словам властей, люди уже привыкают к новой системе. Больше всех рады пенсионеры. Хотя установка контейнеров тоже шла не беспроблемно. Они эти контейнеры катали неделю. Один туда, один туда. И вот друг другу это катали. Я подъехал, я говорю, контейнер будет стоять вот здесь. Допустим, бабушка, меня это, говорит, полностью устраивает. Допустим, то она накапливает вот этот мусор, потом кого-то нанимает, чтобы это вывезли. Сейчас она подошла, выкинула. В сентябре подрядчик рекоператора планирует зайти во все села Ребрихи, их почти 30, и увести район с бестарного сбора. Для этого нужно 3000 контейнеров и деньги на них. Ну вот сейчас вот зависнет в воздухе 1500. Я их просто прекращу делать, если вообще никакой отдачи от них не будет, и все. А сейчас сколько уже сейчас потратили? Ну вот они вот 400 с копейками здесь. У нас в бюджете средства на это не предусмотрены. Свои средства мы в первую очередь будем расходовать на обустройство именно площадок для размещения контейнеров. Губернатором принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение контейнеров. Вот мы заявочку тоже будем отправлять. Муниципалитетам края должны выделить 80 миллионов рублей. На покупку контейнеров каждый район получит в среднем по 1 миллиону. А пока же мусорная реформа в сельских территориях идет экономически невыгодным, бестарным способом. Анастасия Дороган, Николай Шелко, «День с толком». Ну и сейчас настало время узнать о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. До встречи в эфире.